Всем привет, дорогие друзья! Процесс сушки идет, и на самом деле, как вот наши зрители пишут нам, идет не быстро. Это вот уже сутки сушится, ну, конечно же, с перерывами. Ну, это еще сушится и сушится. Уже даже наша сушильная машинка успела сломаться, Сашу я уже и разбирал. Так что процесс довольно-таки сложный. Хорошо, что у Саши руки на месте. Я его называю Сонька Золотая Ручка. Так что процесс идет. Результаты, конечно же, обязательно покажем. Друзья мои, буду готовить минтай из светофора. Я каждую рыбку почистила, отстригла все плавники, внутренности как следует все убрала и располовинила располовинила поперек. Посолила адыгейской солью. Также взяла вот такую вот приправу. Неважно, что она для крылышек. Запах от нее очень хороший идет. Я думаю, к рыбе тоже вполне себе подойдет. И буду ее тушить. Там уже есть сок. Накрою крышкой, и будет нам вкусно. Ну что, друзья мои, прошло еще 2 дня. Опять двор усыпан перьями. Опять все в гусином творчестве. Сейчас возьму веник. Не буду вам снимать. И буду подметать опять. Вот такое вот у нас безобразие. Ну вот одна кучка у меня образовалась. Еще кучка образовалась. Еще вот кученцы. Ну и там во дворе еще. Я обычно, когда подметаю, двор разбиваю, когда на несколько частей, вот, чтобы удобнее было нести мне. В кучку собираю, дальше в тележку и выбрасываю. Вот оно вот как бы получше стало. Ну вот целую тележку мусора набрала. Перья обычно руками хорошо собираю, иначе они разлетаются. Их подмести просто невозможно. Все, пойдем выбрасывать. Ага. Цветочки мои пока еще цветут. И пусть пока еще побудут. Еще тепло. Пусть порадует глаз. Ну, вот так вот все выглядит как-то посимпатичнее. Кошки сидят. Кошки, пошли домой. Пошли. Друзья мои. У нас есть вот такой вот интересный набор. Будем заниматься с вами. Набор из Германии. И предназначен он для рисования. Давайте открывать, смотреть, что же там внутри. А внутри у нас имеются краски. Разные цвета. И они должны быть, по идее, под номерами. Это рисование по номерам. Вот номера. Так, это номера, да, что вот они означают. Так, это инструкция. Так, ну, проспект, наверное. Какие, в принципе, картины можно нарисовать по номерам. Вон сколько разных вариантов может быть. Даже фотографии даже можно делать. Да животных. Животных, да любые есть картинки вон. Только с животными. Собаки, кошки, лошади. Вот, в наборе есть кисточки, краски. Ну а что как, ж. А это где штука для животных? А это вот сам холст. Так называемый холст. Так. Он серый, вернее, он белый, и на белом фоне есть серый рисунок. И есть номера. И вот этот номер нужно разукрашивать определенным цветом. А цвета тоже пронумерованы. В итоге должна будет получиться картина. Кропотливая работа, я, конечно, не знаю, Ваня, наверное, не сможет сделать, но мы попробуем все равно. У нас вот, собственно, и должна получиться такая картина, как лес.
березовый лес. Такая картинка у нас должна получиться. Вань, будем пробовать? Ну, я хочу льва. Ну, где же ты льва нарисуешь, если у нас тут такая картина? Лес. Мы с тобой лес нарисуем, а потом закажем льва. Все, вот мы открыли как следует. Теперь будем смотреть. Значит, есть у нас краски и кисточка. Есть у нас холст сам, а есть еще и контрольный лист, на котором можно, наверное, просто попробовать начать, как это все будет выглядеть. Очень много написано на немецком языке, но есть инструкция, где написано также еще и по-русски. Тут все предупреждают, со скольки лет можно рисовать, до 6 лет под присмотром родителей. Есть инструкция, как краски подготовить, про перерывы в рисовании, про нумерацию в красках. Вот надо будет номера расклеить на наши красочки. Вот они, номера есть. Вот, будем клеить. Я башню построила, да, из красок. Пока мама читает, Ваня вон играет. Вот смотрите, нумерация красок подробно расписана вот в этом контрольном листе. Вот она, то есть как раз вот берем А и от начала до конца распределяем номера. Также Б, С и Д. Будет тогда уже все понятно, что и как нужно делать. Мы с Ваней занялись. Очень классно, вот Ваня так рисует. Очень здорово, что есть вот контрольный лист еще. Вот решили открыть 18 номер. И сейчас закрашиваем все под номером 18. Хорошо для ребенка вот развитие руки. Очень хорошо. Он, конечно, стонет у меня, но ничего страшного. Очень занятно, интересно, вот прям супер вообще. Вот сейчас вот я так вот разукрашу. Ощущение холста, ну класс вообще. Как нарисую, в рамочку потом поставлю. Конечно, это кропотливо, но прям затягивает. Будем с Ваней продолжать. Вот, с Ваней мы рисуем. Еще вот 18, где есть. Вот, есть 18. Но я стараюсь вот так вот идти, вот так вот просмотрела все. Потом дальше спускаюсь. Вот с этого края теперь посмотрим. Тонкая такая работа, кропотливая. А я? И ты тоже. Тонкий. Я здесь еще камешек нашел один. Очень интересно. Саша такой взял, посмотрел. О, говорит, это никогда я такое не сделаю. Я говорю, ну это же не тебе. Это же нам. Да, нам с вами интересно. Он такой говорит, все сложно, а мы не сложно все. Это интересно. Да. Ну это само собой для тех, кто любит рисовать. Восьмерка, то есть. От 6 это... плюс, то есть и Ваня как раз по возрасту подходит. 18 с 18. В принципе, краски быстро сохнут. Быстро? Угу. Надо внимательно читать рекомендации, как краски надо готовить. Все непросто. Вот. 19, 17. Я вот почитала, когда все, и поняла, что сначала лучше вот одну краску открыл. И вот выбрал все номера, вот связанные с одной краской. Потом вторую краску открыл и тоже закрасил так. Вот именно, чтобы по номерам прям четко все было. Ну, а в конце там, я думаю, уже будет видно, где пробел, где что забыл. Соответственно, открывать. Вот красочки надо разбавлять водички. Вот. Опять застегнуты 18. Вот так вот внимательно все вот просматриваем. Вот 18. У меня тоже вот 18. Ну, мне так кажется, что с 18 я закончила. Сейчас буду брать какой-нибудь другой цвет и продолжать. Прикольненько. Друзья, хотите посмотреть, какая у меня башня? Куда полез? Я буду взять. Вот как мама все разукрасила. Классно. Ну, меня вот посниму чуть-чуть. Я зависла прям.
Мне очень понравилось, так интересно. Я уже часа два сижу. Сейчас я вот на цифре 19. 19 много. Всех много, а у меня... Квадратиков. Я окрасил, ну, расхотел. У Вани не хватило столько терпения, как у меня. А для меня это прям релакс какой-то. Ну вот что-то начинает вырисовываться. Ну классное занятие такое, приятное вообще. Краски сохнут быстро, между собой не перемешиваются во время рисования. Ну просто сказка. Суперское классное занятие. Что это у тебя, сынок? Башня такая, я буду разрушать машинкой. 3, 2, 1. Не попал, не попал. Давай еще раз. Туда гранта куда-то ушла. Сейчас. 3, 2, 1. Ех! Да, по машине даже прилетела. Вот перед вами такая красавица распрекрасная сидит. Я решила сделать себе маску, про которую говорила. Вот, на чистую кожу нанесла. Такого-то она странного кирпичного цвета. И пощипывание ощущаю. Вот сейчас вот как только она засохнет полностью, пойду ее смывать теплой водой. И буду вся из себя молодая-размолодая. Ха-ха-ха. Ням-ням-ням. Пока маска у меня застывает, я варю манную кашу. Двух зайцев одним выстрелом. И вкусная каша, и молодое лицо. Маска высохла, пошла смывать. Thank you.